Жила-была женщина по имени Яна. Яна была очень успешной. Подведем печальный итог. У вас нет идеи, у меня нет обложки. У нее был свой журнал про одежду, поэтому все модельеры хотели, чтобы их шмотки понравились Яне. Эту модель я назвал «Хоботок». Еще у нее был муж. Чужой. Хочешь, я еще останусь? На час? Ну, просто я еще детей сегодня собирался уложить. Но потом в ее жизни появился настоящий мужчина. Янка. Поиграй со мной. Я есть хочу. Это не еда для мужчин. Ты что, не приспособлена? Привет. Я есть хочу. Опять? Что, в детдоме девочек не было? Кудук. Сраный конюк. Где твоя дачная няня? Я ее проклял. Хрен ты вообще няню в нашем городе найдешь. Сама сиди со своим уголовником. Мои глаза не вижу. Это конец. Это конец. Ты нас убью. Ты не мать, ты росомаха. Кто? Наш голову не бросит. Ну почему она тебя должна бросить? Она же твоя мама. Ну да, мама. Кожей земли коснешься. Ты не догонишь. Время истерся. Времени дня. У вас был секс? А? Да ладно, я не против.